Всем привет! Сегодня готовим вкусный обед или ужин из лаваша и фарша. Сперва приготовим начинку. Фарш для этого подойдет любой. У меня свинина с курицей, 500 граммов. К фаршу я потру одну луковицу. Есть лучок. Фарш посолим по вкусу и добавим любимые специи и приправы. Я добавлю тимьян, пол чайной ложки. Очень мне нравится его сочетание с фаршем и с мясом. Также добавляю 1 чайную ложку сухой молотой паприки и пол чайной ложки лимонного перца. Все перемешаем. Начинка готова. Дальше я возьму 2 таких вот тонких лаваша. На каждый лаваш я выкладываю половину начинки. И равномерно распределяю по лавашу. Лаваш сворачиваю по длинной стороне. Плотненько прижимаю, выпускаю воздух. Вот так. Наше блюдо мы будем выпекать в духовке. Я беру форму для выпекания, смазываю ее сливочным маслом, можно и растительным. И выкладываю сюда сперва первый рулет. И следом выкладываем второй. Осталось подготовить зелень. Для этого я возьму 2 яйца. Добавлю соли по вкусу. Разболтаю. И добавлю к яйцам сметану, граммов 150. Мы это, конечно же, перемешаем. Готово. Лавашик с фаршем сверху поливаю заливкой. Отправляю эту красоту выпекаться в духовку разогретую до 180 градусов. Мой мясной пирог выпекался в духовке 40 минут, но в разных духовках время может отличаться. Смотрите, чтобы он хорошо поднялся и зарумянился со всех сторон. Если этот рецепт показался вам интересным, подписывайтесь на мой канал и нажимайте колокольчик, чтобы сразу видеть и другие интересные рецепты. Ставьте лайк и пишите комментарии. Или хотя бы оставьте смайлик в комментариях. Всего вам самого доброго, радости, здоровья, хороших новостей. Увидимся в следующем вкусном видео.